Не знаешь, где купить наклейки и карточки? Тогда тебе сюда. Лига чемпионов, РФПЛ, Евро и другие коллекции в интернет-магазине CardPlace. Рекомендую. Ссылка в описании. Всем привет! И это вторая серия бокс-опенинга по коллекции Лига чемпионов от Topps. Сегодня мы также распакуем 5 пакетиков, как и обычно на моем канале. В будущем будут скоро микс-опенинги, мне скоро должен прийти бокс FIFA 365 и бокс по коллекции Panini Dunruss Soccer, поэтому будем брать несколько пакетиков этой коллекции, несколько пакетиков FIFA и несколько пакетиков Dunruss и делать такие выпуски. Думаю, будет очень разнообразно и интересно. Ну а пока боксы не пришли, распаковываем чисто Лигу чемпионов. Уже смотрите, вот такая стопка у меня собралась. Эту коллекцию я буду собирать. Я еще раз повторяюсь для тех, кто не знает, не смотрел, может быть, предыдущие ролики. И не будем затягивать. Переходим к первому пакетику. Смотрите, сзади просвечивается одна наклейка. То есть тут можно прочитать, что это за клуб. И видно, что тут написано «Баз». Скорее всего, это клуб «Базель» будет у нас. Давайте переворачивать пакетики, чтобы не палить блестяшку сразу. Тут же в каждом пакетике гарантированная одна блестяшка. Не хочу сам смотреть, чтобы интереснее было. Баз, вот про что я и говорил, это игроки клуба Базель, Янко и Сиду Думбия. Вторая наклеечка Порту, Лаюны Телес, Севилья 12-13, Кио Таке и Ибора, Камиль Глик и Реджи из Монако, по-моему, есть они уже, и Динамо Загреб. Давайте посмотрю я. По-моему, у меня такая наклейка уже есть. Да, есть Динамо Загреб, форма и эмблемка. Не очень удачный первый пакетик. Давайте переходить ко второму. Хочется какую-нибудь блестяшку, которую у меня нету. Но жалко, что опять Загребская Динамо попадается в повторке. До этого распаковывал, была повторка игрока Севилья. Теперь вот Динамо Загреб снова падает. Винсент Компании. Александр Каларов, Манчестер Сити, точно нету их. Смотрите, на фотке игроков Манчестер Сити лица гораздо больше, чем на фотографиях игроков PSV, на наклейках с игроками PSV. Адам Майхер и Хендрикс, PSV Эйндховен. Арсенал, Габриэль и Кассельни, Марко Верати и Хатем Бен Арфа и Пьер Эмерик Обамиян. А у меня его еще нету, кстати. Смотрите, тут у меня Гаррет Бейл есть. Ну, короче, все спойлерить не буду. Кто не смотрел предыдущие ролики, переходите обязательно. И посмотрите, какие классные мне стикеры до этого падали. И сегодня классный Обамиян выпал. Реально красивая, красочная, яркая наклейка. И переходим уже к третьему паку. Реал Мадрид, Криштиану Роналду и Гаррет Бейл. Нифига себе. Вот так вот сразу во втором пак-опенинге я лавлю Криштиану и Гаррета Бейла. Максима Ганолас и Ферри из клуба Лион. Легия Варшава. Нифига себе. Стефан Лихштайнер и Джан Луиджи Буффон. Круто. Буффон, смотрите, в одном... Просто офигенность этого пакетика зашкаливает, смотрите. Роналду, Бейл и Буффон еще. И последняя наклейка, это форма и эмблемка клуба Селтик. Такой нету у меня еще. Остается две пачки. Хочу поймать сегодня игроков Ростова или... ЦСКА и... Вот как раз игроки ЦСКА. Это Зоран Тошич и Александр Головин. У ЦСКА тоже прикольные, в принципе, фотографии. Мне нравится по качеству. Бен Дэвис и Дэнни Роше или Росе. Тоттенхэм Хотспур. Виктор Линделев и Лиссандро Лопес из Бенфики. Крыховяк и Мотта.
Пари Сен-Жермен. И это Наполи. Это Марек Гамшик, ребят. Такие сегодня две крутые наклейки реально выпали. Марек и Гамшика тоже у меня еще не было. Ну, я никак не могу не налюбоваться этими замечательными, блестящими наклейками. Именно с игроками. Они реально очень круто сделаны. Если еще по поводу вот этих... Хотя они и эмблемки тоже нормально сделаны. Но это просто топ. И заключительный сегодня пакетик. А, я спалил себе уже эмблемку и форму, которая сегодня выпадет. Давид Сильва и Кевин Де Брюйне. Манчестер Сити, еще два игрока из Манчестера сегодня. О, Ростов. Кристиан Набоа и Федор Кудряшов. Смотрите, у них тоже, ну, головы больше размера, чем на наклейках там с игроками ПСЖ и других клубов. Примерно вот по масштабу, как на наклейках Манчестер Сити. Скорее всего, это специально сделано на клубах, которые идут в самом конце журнала, которые вышли не напрямую в групповой этап Лиги Чемпионов. Мариано Феррейра и Серхио Рико, Севилья. Круто, теперь много игроков знаю, практически всех, кого сегодня распаковывал, за счет того, что много играю в FIFA и в Ultimate Team, и таким образом учу игроков. Хосе Паломина и Стоянов, Владислав Стоянов, Людогорец и форма с эмблемкой клуба Монако. Такой тоже пока что у меня не было до этого времени. Давайте подведем небольшой итог. Две новые наклеечки. Форма и эмблемка Селтика, Монако и потрясающие просто Пьер-Эмерик Обамьянг и Марек Гамшик. Кто-то еще должен быть, по идее, там еще форма какая-то одна. Повторочка загребского Динамо. Такая, к сожалению, уже у меня была. На этом сегодня все. Всем пока.